Дорогие друзья, приветствую вас из Алании, провинции Анталии. Сегодня 6 декабря 2021 пока еще года. Посмотрите на море. Температура воды примерно 20 градусов. И такая же точная температура и воздуха. Полюбуйтесь на какой-то лайнер. Посмотрите, какой он живописный. Стоит вдалеке, как айсберг. Посмотрите, какая красота. О-о-о. Еще так освещен, необыкновенно красиво. Пляжи пустынные пока. Но эти дни были пасмурными. И сейчас все равно придут отдыхающие. И будет загорать и купаться. Это знаменитая наша гора. На ней крепостная стена ланийская. Всем доброе утро и хорошего дня. Привет! Привет! Ты загораешь? Загорает собака. Да, барабак? Поздоровайся. Привет и тебе. Как тебя зовут, Рыжик? А? Как тебя зовут? Хороший кот. Вот такие воздушные какие-то эти декоративные огурцы тут растут огромные. Кто знает, друзья, напишите в комментариях, как правильно называется сие биологическое чудо. Вот она, аристолохия здесь представлена великолепными цветами. Подробнее про эту необыкновенную лиану у меня по ссылочке посмотрите. Вот отцветает еще одно дерево. Бугенвиллия вон отцветает тоже. Живянущие цветы. Короче, чеховские цветы запоздалые. Ну вот еще бутон собирается цвести. Году северянам вот такие желто-зеленые краски, весьма не характерные для Алании зимней. Сюда обычно недалеко от марины, марина это вот там порт и яхт-клуб, вот на эти камни всегда прилетают чайки и долго здесь сидят. Ну и, конечно, по счастливому стечению обстоятельств, поскольку я сегодня взяла камеру, они не прилетели. Молодцы. Помашем ручкой, начинаем новый.